Сотрудники госавтоинспекции зафиксировали 9 ДТП, 4 из которых с пострадавшими. На перекрестке проспекта Ленина и улицы Чапаева столкнулись 4 иномарки. Водитель автомобиля Hyundai выезжал с второстепенной проезжей части и не уступил дорогу женщине за рулем Kia. В результате ДТП автомашина Kia Picanto продолжила дальнейшее движение, выехала на встречную полосу и совершила столкновение с автомашиной Renault Logan под управлением водителя 79-го года рождения. А Renault Logan уже от удара продвинулась назад и совершила столкновение с автомашиной Toyota под управлением водителя 85-го года рождения. В результате ДТП водитель автомашины Kia Picanto получил следствие повреждения в виде ушиба грудной клетки. После осмотра врачом была отпущена домой. На проспекте Ленина водитель иномарки наехал на пенсионерку, которая переходила дорогу по зебре на зеленый сигнал светофора. Но не успела женщина дойти до конца, как загорелся красный. Автолюбитель должен был убедиться в безопасности начала движения. Мужчина не обратил внимания на маршрутку, которая стояла слева и перекрывала обзор. В результате поторопился, нажал на газ и сбил саровчанку. Пешеход получил телесное повреждение в виде ушиба грудной клетки слева. Ушибленные раны лица, СГМ. После осмотра врачом была госпитализирована в травматологическое отделение. Еще одно ДТП произошло на улице Силкина. Водитель не справился с управлением. При повороте к дому номер 32 выехал за пределы проезжей части. Автомобиль перевернулся. На место происшествия приехала скорая и поставила автолюбителю предварительный диагноз – сотрясение головного мозга. Для его подтверждения нужно было доставить его в приемный покой, что они попытались сделать, но из приемного покоя, как-то он только появился, он по-русски сделал ноги, убежал. Задержали виновника ДТП на выезде из города. Мужчина был пьян. По его словам, алкоголь он выпил после аварии. На горе водителя оформили сразу несколько административных правонарушений. За управление незарегистрированным автомобилем, употребление спиртных напитков и скрытие с места ДТП. Дарья Козина, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24.